Где я? Я умер? Я должен выжить. Думаешь, я поверю? А я просто исчезну? Я Акита Идзуки. Кейкей, прошу, спаси Мари. Думаю, больше нам здесь делать нечего. Брать билет в один конец и ехать в пустом поезде – это, конечно, очень круто. Но я бы на таких станциях не выходил. Мне кажется, кто-то просто потерял своего шпица. Он такой грязный, что можно и Тануки спутать. Я смотрю, ты, старый ворчун, крепко подружились, а? Итак, ты хочешь его спасти. Думаешь, твоя игрушка сработает? Нужна его сила? То есть, ты так ничего и не понял? Ваша с ним связь никуда не делась. Акито, ты опять забыл. Сегодня 2 года со смерти мамы. А к папе на могилу ты вообще так ни разу и не пришел. Опять сбегаешь. Бегство — это не выход. Акито, пойми это. Таким образом, призрачная еда может быть противоположностью тому, что едим мы. Мужчины в костюмах и школьники — это те, кого в этом городе каждый день видят на улицах. Уровни АСТ, АЛТ и ГАМА-ГТ значительно повышены. И еще один. Какой глупец! Я вызволил твой дух из тюрьмы, но ты возвратился в бренное тело. Занятно. Такая сила воли. А она твоя...